Одинцовские школьники, студенты колледжей могут принять участие во всероссийском конкурсе научно-технических проектов «Большие вызовы». Конкурс состоит из дистанционного и регионального треков, где можно выбрать направление и тему. Если наши участники попадут в числе лучших по Подмосковью, то подготовка к финалу конкурса пройдет в кампусе Центра «Взлет» уже в марте. По мнению организаторов, это отличная возможность для учащихся сделать первые шаги в науке.